Этот хитроумный путешественник не отчаивается и бежит на то самое место. В читальном зале библиотеки имени Пушкина разыгралась настоящая трагедия. В дуэли на пистолетах сегодня сошлись Александр Пушкин и Жорж Дантес. Через несколько минут смертельная пуля пронзит тело известного поэта. И вдруг на месте трагедии появляется путешественник во времени из популярного британского сериала «Доктор Кто». Александра Сергеевича успевают спасти. Школа у нас многонациональная. Вы обратили внимание, что принимали участие дети разных национальностей. И дети с казахским языком обучения, и дети в русских классах. Поэтому я думаю, что этот гениальный поэт, имя его бессмертно. Поэтому цель была вот показать бессмертие его творчества. Сценарий сегодняшнего спектакля в библиотеке принадлежит ученику 11 класса Далину Гайдару. Сегодня он не только сценарист, но и режиссер, и актер. Парень играет роль доктора Кто. Несколько недель вместе с одноклассниками и творческими руководителями Далин реализовывал свой замысел. Гениально, путешественник во времени, он попадает в случайно, его заносит в ту эпоху, в 19 век, прямо в Россию, в Санкт-Петербург, именно на то место, на место роковой дуэли Александра Сергеевича Пушкина. И он его оживляет. Для чего? Для того, чтобы он жил. Дальше это прекрасный человек. Такие люди не должны умирать так рано, в таком раннем возрасте. Дуэль между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем Дантесом произошла 8 февраля 1837 года на окраине Санкт-Петербурга. Дуэлянты стрелялись на пистолетах. В результате дуэли поэт был смертельно ранен и через 2 дня скончался. Ему было всего 37 лет. Евгений Онегин, повести Белкина, маленькие трагедии, цыгане, Руслан и Людмила, Дубровский, пиковая дама, Полтава, медный всадник, капитанская дочка, Борис Годунов. Все произведения Пушкина обрели широчайшую известность. В день памяти Александра Сергеевича известного поэта вспоминают во всем мире. Поклонники с удовольствием декламируют его произведения. Пушкина знают, его читают и любят. На неведомых дорожках, следы невиданных зверей, избочка там на курик в ножках, стоит без окон, без дверей. Анастасия Новикова, Нургали Кошаналиев, Дильшат Адашев, информационная служба телекомпании «Утерар».